думаю, каждый из вас, если вы зададите себе вопрос, почему сегодня я живой? Вы знаете, сегодня многие хотели бы проснуться. Но уже все. Уже все. Они уже вечность. Но Бог продлевает вашу жизнь, мою жизнь, нашу жизнь. Для чего? Бог не желает, чтобы кто-то из нас отправился в гиену огненную. Бог не желает, чтобы кто-то из нас был в аду с дьяволом. Вы знаете, что ад создан не для вас, не для нас. Ад создан для дьявола и падших ангелов. Ну и, конечно, для тех, кто добровольно выбирает туда следовать. Вы знаете, что в аду только будут одни добровольцы.